Так, смотрите, заходим с вами в настройки и первым делом переходим во вкладку о телефоне. Здесь несколько раз быстро нажимаем на вкладку версия MIUI, если у вас Xiaomi, и пока не появится у вас сообщение, что вы стали разработчиком. Если версия MIUI вкладки нет, нажимайте по номеру сборки. И также, когда появилась вот такая надпись, что вы стали разработчиком, возвращаемся назад и заходим во вкладку, которая называется «Расширенные настройки». В ней у вас появится новый пункт, которого не было, называется «Для разработчиков». Заходим сюда. В этом большом меню первым делом ищем с вами вкладку, которая называется «Трассировка системы». Заходим сюда. Теперь смотрите, нажимаем вкладку «Размер буфера для каждого процессора». И у вас здесь по умолчанию, скорее всего, будет стоять самое минимальное значение – 8000 килобайт. Вот, вы здесь выставляете самое максимальное значение, и теперь выше чуть-чуть заходите во вкладку «Категории». Здесь у вас также по умолчанию будут стоять различные галочки. Вы их все убираете и оставляете только одну. Вот так у вас они будут стоять. Вы их все отключаете и оставляете только одну на пункте Power, Power Manager, вот как у меня, смотрите внимательно. После чего внизу нажимаете ОК. После этого мы снова возвращаемся назад в настройки для разработчиков, это большое меню. Но теперь мы с вами ищем вкладку, которая будет называться буфер журнала. Заходим сюда, если у вас по умолчанию также будет стоять минимальное значение, например 256 килобайт, нужно выставить 16 мегабайт. Ставим вот так, как у меня. И следующая вкладка, которую мы с вами ищем, она будет называться у нас Game Driver или настройки графического драйвера. Здесь вы увидите различные приложения, которые мы можем ускорить. Смотрите, на многих приложениях у вас будет стоять настройка по умолчанию. Вы выставляете системный графический драйвер. И теперь это приложение у вас не будет тормозить, будет быстрее запускаться. И вообще телефон в целом после всех вот этих настроек, которые вы увидели, у вас будет работать намного быстрее. Не забудьте поделиться этим видеороликом с друзьями. На этом у меня все. Всем пока, друзья!